Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что в детской музыкальной школе имени Дмитрия Шостаковича пройдет второй открытый региональный фестиваль-конкурс «Самарские духовые сезоны 2022». Его проведут с 18 по 25 ноября. Мероприятие посвятили 90-летию школы. Фестиваль пройдет в 4 возрастных группах. Возраст участников от 9 до 18 лет в форме заочных прослушиваний видеозаписей. Специальные дипломы будут присуждаться за лучшее исполнение сочинений Дмитрия Шостаковича и произведений военной тематики. Во время фестиваля пройдут мастер-классы. Администрация Красноглинского района сообщает, что 18 ноября Государственное юридическое бюро по Самарской области проведет Всероссийский день правовой помощи детям. Основная задача – юридическая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, разъяснение аспектов опеки, алиментных обязательств и других правовых вопросов детско-родительских отношений, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Встреча будет проходить в Красноглинском районе по адресу поселок Мехзавод, 13-й квартал, дом 13. 16:00. С вопросами можно обращаться по телефонам, указанным на экране. Ленинский район Самары в телеграм-канале сообщает, что сборная команда юношей района заняла первое место в первенстве городского округа по волейболу в рамках спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений города и поздравляет победителей.